Сегодня история необычно красивом котике. Не знаю, как вы, но я нахожу его очень милым, несмотря на все его недостатки. Хотя, конечно, и недостатками это назвать сложно. Люди заметили на улице китайского города кота. Он долгое время скитался по улицам один, собирая объедки и выживая из последних сил. Неравнодушные прохожие доставили животное в приют. Там кота назвали потейто или картошка. Кота осмотрели ветеринары и сообщили, что котику нужна срочная операция. Так как за котиком никто не ухаживал, он был одинок в этом огромном мире, животное заработало множество болячек. Например, у кота были серьезные проблемы с ушами. У бедняги обнаружили терминальную опухоль. Потейто срочно сделали операцию. В ходе хирургического вмешательства врачам пришлось удалить ушки. Несмотря на свою особенность, Потейто не потерял оптимизма. Остался ласковым и дружелюбным, а также сохранил слух. Кот отлично слышит, просто теперь он безухий. Необычная внешность не помешала коту обрести дом. Его приютила пара, у которой уже жил рыжий кот по кличке Хорлик. Это очень здорово, мы рады за малыша. С Потейто Хорлик сразу стали друзьями. Сородичи вместе спят, играют. Отсутствие ушек не мешает Потейто жить счастливой и обычной жизнью. Новые хозяева ничего не знают о прошлой жизни своего питомца, однако предполагают, что ему около 6 лет, и он долго жил один. Каждый год, 25 апреля, в тот день, когда они забрали Потейто из приюта, владельцы отмечают его день рождения. Они дарят котике вкусняшки и подарки. Мы безумно рады, что есть много людей, которых не пугают проблемы животных. Не пугает необычная внешность, а наоборот, они считают их безумно милыми. А как вы считаете, Потейто милый?